вот он как раз. Угу. Все, что мы и хотели. Куда ты? Вот. Вон тир, два тира. Так, игольчатые штыки 195-185. Это не помню, какой-то 14 или 9 швейцарцы. Эти 44-50 тесаки. Ну, такое. Достаточно интересный стенд. Но не торгуются. Игорек у них взял. А, это тоже не англичане. А. Солинген 250, бригетик. Ну, весь швейцарец, то есть клемма, все есть, клейма. Клеймены. 250. Мачете. Что ты смотришь, Игорь? Я смотрю на оружие. Пошли у того посмотрим. Там два брата возле стены торгуют. У них обычно. Обширная такая выставка по тематике. Вон. Вон он, штуцер капсульный и игольчатый штык, вот швейцарский, примыкается, видишь какой? Вот. Угу. Со шнеллером даже два курка, и сейчас скажу, сколько он стоит, 1800, диоптрический он даже стоит, прицел. А вот, вот у них обычно как они примыкаются. Диоптрический прицел, шнеллер, капсульная. Ну это чисто швейцарская такая. И примыкание штыка такая, вон идет. Так. Книжки по пистолетам, без нож 50, сабли, это пирамида Витерли 71, по-моему, не помню, с насечкой какая. Сейчас Пибоди 580, 650. Ну что? Хирш. Он велосипедист у него. Угу. В конце. 250 хирш. Старый или что? Видишь, да, да. Обойма переделана. Что ты хочешь, сфоткать? Нет. А ты что это? Кому звонишь, что ли? Да.
Охренеть. Даже не видел. Какой-то швейцарский суперуниверситет. А ты не видел? Супер редкие, давай это по одному. Смотри, он ругается. 1878, 350. А что мне? А здесь еще на самом деле он тут посмотрел бы. Сабельки две. $650 Патрия. Сабелька, видишь, какая? 650. Он пишет. А я хотел посмотреть, вот. Это 520, а это 250. Но состояние не очень. Бразилец 250. Ну, это все швейцарские. 650, 680, 650. А вот Игорь. А ты смотрел его? Как его? А этот что, тебе не нравится? 3-ствольный, интересно. А он кто эти? Рюкзаки интересные, смотри какие. Комплект